Всем привет! Каких людей можно считать умными? Конечно же, каждый хочет быть умным. Есть несколько признаков, которые отличают умных людей. Давайте познакомимся с этими признаками. Первое – это решительность. Умение принимать решения – это верный признак умного человека. Эти люди знают, как рассчитать точное действие. Они верят в свои силы и прислушиваются к своей интуиции. В жизни мы часто попадаем в такие ситуации. Например, что приготовить на ужин, чем заняться в свободное время или что купить на ужин. Умный человек умеет осмыслить ситуацию, определить плюсы и минусы, увидеть перспективы и прийти к правильному решению. Все эти особенности и приводят умного человека к его успеху. Второе – это достойное окружение. Как правило, умные, образованные люди находят в окружении себе подобных людей. Они любят знакомиться с новыми людьми, но отношения поддерживают с немногими, а лишь с теми, кто по-настоящему им интересен. Такие люди не имеют много друзей, но зато у них есть несколько настоящих, которые в любой момент придут им на помощь. Третье. Мудрое использование возможностей. Умные люди умеют увидеть и воспользоваться возможностями, в чем им помогают такие качества, как усердие, ответственность, внимательность, а также целеустремленность. Если многие люди часто надеются на везение, то умные хорошо осознают, что просто так в жизни ничего не бывает. Чтобы получить желаемое, нужно приложить хоть какое-то усилие. Умные люди не боятся ответственности, а также трудностей, а потому умеют использовать шанс и добиваться успеха. Четвертое – это нестандартный ход мыслей. Да, мышление умных людей отличается нестандартностью. Они думают по-другому, всегда открыты для новых идей и предложений. Умные всегда адекватны и понимают, что нет только черного или нет только белого в жизни, но существует множество других оттенков. Умные люди готовы выслушать любое мнение, даже если оно покажется им глупым. Это происходит потому, что умные не ограничивают себя в мышлении. Пятое – непрерывное развитие. Умные люди учатся в течение всей своей жизни. Они всегда в курсе всех мировых событий, получают разнообразные навыки и умения, которым находят применение. Как правило, их деятельность приносит пользу им самим, а также окружающим, то есть они не теряют время зря. Таким образом, умные люди беспрерывно саморазвиваются. Шестое. Наличие чувства юмора. Умные люди понимают, что без смеха и веселья в нашей жизни никуда. Радостные события придают нашим будням ярких красок, а также контрастов. Умные часто шутят, даже в самых неподходящих ситуациях. Им нравится расслабить обстановку вокруг себя и создать веселую атмосферу. Седьмое – это их речь и движение. Размеренная и спокойная речь, а также такие же движения. Дело в том, что умные люди всегда знают, что говорят и что делают, а потому их действительно речь спокойная и уверенная. Они всегда обдумывают то, что хотят сказать. Они сразу говорят, а потом уже думают.